Добрый день. Сегодня покажу вам, как я делала ящик для подоконника с уличной стороны для дома. У меня, конечно, не оказалось ящиков готовых. Ну вот я сделала сама. У меня были заготовки, отрезанные от палеты. Я их решила использовать в качестве ящиков. Разрезала пополам, чтобы как раз помещалось в ширину подоконника. Забила там гвоздями, где шаталась, чтобы крепко держалась. Немного обожгла, не сильно, чтобы проявить немножко фактурку вот эту дерево. У меня оказалось, скорее всего, сосновые доски использованы, поэтому фактурка хорошо проявилась. Ну, то есть не как для браша прям глубоко, а просто слегка, чтобы проявился цвет темный, который потом под краской будет заметен. После этого я с помощью дрели и насадки зашкурила вот эту всю темную часть, чтобы проявить еще раз. Теперь уже рисунок убрать, вот этот обожженный слой немножко. Взяла краску, у меня такого старого белого цвета была краска. Ее развести нужно, чтобы она была как жидкая сметанка такая, ну или как 30% сливки. И нанести в один слой на необходимую поверхность. Вот пока красила второй ящик, первый ящик просох. И после этого уже можно его смывать. Берем влажную тряпочку, отжимаем ее, чтобы с нее не текла вода, и снимаем слой краски, но старайтесь плашмя, да, держать тряпочку, чтобы снялся только тот слой краски, который вам нужен. Потом отрезала клеенку по размеру ящика и пристеплерила ее строительным степлером, чтобы она держалась. Ну и все, дальше делала декор, взяла бечевку, обмотала вокруг ящика. В ящик положила камни, поскольку он будет стоять на подоконнике. У нас очень сильные ветра постоянно, чтобы утяжелить его хорошо. И разные палочки, такие заросшие мхом. Цветочек поставила, какой вам там нравится. Можно вообще не заморачиваться, поставить просто там 2-3 горшка с цветками и вокруг обложить там камушками, мхом. Или если для дома, то можно вместо камней там бумагу крафтовую использовать или какие-то, ну то есть как наполнитель, чтобы не полностью заполнять высоту ящика. У меня там такой как гнездышко из веточек я склеила, туда положила такой моточек, обмотала камень бумажкой и потом опять бечевкой завязала. Ну, там что нашлось, там немножко мха, улиточки у меня были, домики от виноградных улиток. Все это положила в ящик, кора от деревьев, то есть все, что там в лесу нашла, немножко там какие-то суккуленты, там скорлупа от ореха грецкого, мох тоже, все в общем туда. Ну и бечевка тонкая мне показалась уж очень тонкой, и ее незаметно на фоне ящика, поэтому я взяла более толстую бечеву, такую типа каната, и ее обмотала, ту убрала тонкую. Так намного лучше и немножко рустикальнее, но погрубее, но зато ее хотя бы заметно, она в цвете немножко тоже отличается, видите. Теперь ее видно, по крайней мере. И поставила еще такую табличку: «Добро пожаловать». Ну вот так вот получается. Камней, надеюсь, там достаточно. Ветром уж точно не унесет. Главное, чтобы теперь декор не унесло. Прокушки я вроде камушки тоже положила, но будут ли держаться, не знаю. Вот так вот это выглядит в общем плане. По-моему, очень даже ничего. Рустикальненько.